Компания Vultec занимается, как он сказал, занимается производством постельного белья и пледов. Я просто хотел бы также спросить у того же Евгения Овсиенко или людей, которые слушали, где в его производстве прошу постельного белья и пледов используется вот то, что он подал на оформление. Грунтовка акрилова, халат, футболки, спортивные костюмы, платья, кардиган, пижамы, носки, детские костюмы, гриль.